пневматическая винтовка «Байкал» МР-512-28. Интернет-магазин «Попади в десятку». Тыльник приклада, сам приклад и цевьё сделаны из пластика. У приклада есть симметричный подщёчник, а на рукояти есть насечки. Также насечки есть и на цевье. Автоматический предохранитель находится в спусковой скобе. Целик у винтовки регулируется в двух направлениях, а ее мушка защищена кольцом. На металлическом корпусе выполнено крепление «Ласточкин хвост». В винтовке используется витая пружина, и ее можно заменить на более сильную. Взводится она переломом нарезного ствола, а стреляет свинцовыми пульками калибра 4,5 мм. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.